Во время проведения чемпионата мира по футболу, по версии КОНИФА, намечен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности согласно генеральному плану. Предусмотрена трехуровневая безопасность, то есть от государственной границы, а также городов и мест проведения матчей и мест размещения команд и маршрутов перемещения по стране. Будет выставлена охрана по периметру стадионов. Патрулироваться прилегающая территория. Все входы на территорию стадионов будут контролироваться сотрудниками милиции. Как сообщил министр внутренних дел, вводимые меры безопасности предусматривают использование специальных технических средств. Видеонаблюдение практически по всей трассе уже будет работать. На холодной речке уже мониторы установлены. На приморском посту они уже устанавливаются. То есть фиксироваться будут все нарушения, которые будут проходить по трассе. В общей сложности будут зарегистрированы порядка 600 сотрудников органов внутренних дел. 300 человек только по сухому. В резерве до 1000 сотрудников, и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. С 25 мая мы переходим на усиленный вариант несения службы. Ответственно заявляю, мы обеспечим правопорядок на любой территории, любом участке, где бы наши гости не располагались, где бы они не отдыхали, пешим, на автотранспорте, как бы они ни передвигались. Президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал убежден, что все намеченные планы будут осуществлены в срок и без каких-либо задержек. Дороги вокруг стадиона приводятся в порядок. Те люди, которые занимаются дорогами, они заверили в том, что все будет в порядке. К чемпионату мира все будет готово. Сегодня премьер-министр Заур Артемович поехал принимать Гагарский стадион. Вот как сказал президент Федерации, здесь вокруг все делается. Я думаю, знаю, что все это успеется. Президент страны это все на контроле держит. И финансирование, и все это обеспечение. Это наше лицо. Помимо безопасности, которую будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, круглосуточно будут работать телефонная горячая линия, телефоны доверия и дежурных частей. Кроме того, в онлайн-режиме можно будет получить информацию на страницах официального веб-сайта Министерства внутренних дел Абхазии. Рената Шакая, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.